Яңал телевидениях эфирында башқы тілінде әдірләнген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумахығыз. Бірдем хайлау күнінен хун районда бірінсі юнәліш бирусы сессиялары башланды. Яңы сақырылыш депутаттары ултырышы Искеуәрі шауыл билемәхінде 17 сентябр күнді өтті. Яңы сақырылыш депутаттарының тәуге елышы башында ауыл билемәхі башлығы Миншакир Шаридинов бүтә депутаттарды ла сәлемләп күн тәртибі менән таныштырды. Хайланылған депутаттар редакция һәм иҫәпләү комиссияларына яңы кандидаттар хайланы. Шулай уҡ ултырыш эшенең тәртибен һәм төн тәртибенең проектын раҫланы. Мин Шакир Шаридинов ауыл билемәһе башлығы урынына быға тиклем Восток хужалығының баш бухгалтеры вазифаһын башҡарған Эльза Милликузина кандидатураһын тәҡдим итте. Ауыл хакимиәте шуға инде таныш. Үҙ ауыл билемәһендә депутат булып ул инде 6-нсы тапҡыр хайлана. Эмоции переполняют уже. Ну, боязно, все равно, хотя и за спиной многолетний уже труд. 30 лет уже, как я работаю в хозяйстве СПК «Колхоз Восток», как главным специалистом хозяйства была, экономистом с 89-го, с ноября месяца, уже в ноябре вот 30 лет будет. Но все равно это новая сфера деятельности, это хозяйство, есть хозяйство, тут... Ну, что, страшновато, все равно страшновато уже менять свою позицию как-то. Ну, сумбурно все, не знаю еще сама, с чего начать. Вот завтрашний день – это для меня как темная ночь. Я даже не знаю, куда мне сейчас идти. Направо, налево. С чего начать? С чего начать? Как ручку взять, как первоклассник я. Ете депутат яңы башлық кандидатурахын хупланы, һәм ултырыш үшін Эльза Милликузина дауам итте. Ауыл билемәһенең яңы хакимиәт башлығы буларак ул бүтә депутаттарды ла кутлап, туш значоктары менән танытмалар тапшырды. Уны шәхсән район хакимиәте башлығы Илшат Вазигатов кутланы. Ул шылайық ауыл билемәһенең элекке башлығы адресинала бик күп йылы хүздәр әйтте. Сирек Буат тиерлегісіндә нинде эштәр башқарғаны тураһында ҡыҫҡаса һөйләп китте. Если Меншакир Шаристанович в течение трудовой деятельности как глава один раз в неделю объезжал, обходил или прошагал все деревни сельского поселения, то его путь бы был равен маршруту Старый Варяж, Южный полюс и обратно. То есть выше 40 тысяч километров. Либо у нас экватор 44 тысячи, да? 40? Ну, один экватор, да, обошел за эти годы. Если даже в среднем в день к голове обращаются два человека в рабочие дни, мы считаем, то он за почти четверть века принял, выслушал, помог, поддержал своих земляков более 15 тысяч раз. А с учетом того, что у вас 700 человек населения проживает, то каждого он выслушал 21 раз. Может, кто-то и вообще не обращался, а кого-то, может, и сотни раз, да. За эти годы Меншакир Шаристанович подписал более 1800 документов, в том числе постановлений и распоряжений. За 24 года Меншакир Шаристанович принял участие примерно в 7500 совещаниях и планерках. Как художественный руководитель провел за эти годы 1150 репетиций. При Меншакире Шаристановиче в 85 домах справили новоселье. Это в вашем сельсовете. Но все же думаю, что остался в душе у него небольшой осадок, что за эти 24 года удалось поженить только 113 пар. Жизнь уже просит, чтобы на работу пришли молодые. Отдать такую должность надо тоже молодым, чтобы тоже они почувствовались. Как не в смысле, не в том смысле почувствовали, чтобы они подняли наше сельское поселение, дальше развивалось наше сельское поселение. Молодые мысли, у молодых мышление уже совсем другое, у них другие тягость к лучшему, к красоте. Вот все это, чтобы воплощать, надо жить и трудиться во благо населения. Все равно придется молодым еще помогать, чтобы они в дальнейшем еще работали лучше меня, чтобы сельские поселения участвовали еще во всех мероприятиях и конкурсах, и также вот, трезвое село еще продолжается, красивое село, во всех этих мероприятиях надо участвовать, чтобы я душой болею за это мероприятие.
Я с душой буду болеть за молодых. Ауыл халқы Миншакир Шаридинов өсін музыкаль бүлек тәдірлеген. Бүтәхі өсінді күтмегенде хакимет башлығы бүлек тапшырды. Башқұртыстан Республикахының атқазанған мәдәниет қызметкәрі Миншакир Шаридинов өсін бүлек ұқшаны. Ултырыш йылы һәм тату атмосферала үтті. Үдішін хакимет башлығы ауыл білемәхі хакиметі бинахында дауам итті. Онда ол түрлі мәселелер бойынса граждандарды қабыл итті. В данном сельском поселении вот мы только что провели организационное заседание нового состава Совета депутатов Совета сельского поселения. Там я тоже озвучил, у сельского поселения Старый Варяж многие проблемы решены. Здесь все 4 населенных пункта газифицированы, дорога более-менее есть, но вот в 2013-2014 году весна, осень, из-за того, что большое количество работ по обслуживанию и освоению нефтяных скважин проводилось, дорога Чатырман-Старый Варяж разбита. С тех пор мы много инстанций прошли, работа не продвигалась. Но вот сегодня и гражданин задал этот вопрос, объяснил, что вот на днях прошел аукцион, в ближайшее время будет заключен контракт, и потому что после проведения аукциона 10 дней нужно на заключение контракта согласно 44-го федерального закона. И дальше вот ООО «Корунд», выигравший, обязуется в этом же году исполнить весь объем работ, который в принципе по контракту распределен на 3 года, до 2021 года. Это 2 километра 400 метров. Возле деревни Наниды самые проблемные участки должны пройти. Надеюсь, после этого улучшится, и мы дальше сможем через управление дорожного хозяйства добиться, чтобы эту дорогу протяженностью 8 километров полностью исправили. То есть провели капитальный ремонт. Дорога от Старого Варяжа, Новый Варяж, тоже чуть ли не каждый приезд, каждый раз и обращение граждан, они есть. И здесь по территориальному заказу на 400 с лишним миллионов, 1 километр 100 метров, в этом году гравирование тоже пройдет. Здесь тоже должен аукцион состояться. Если в первом случае аукцион уже состоялся, здесь вот, насколько помню, 26 сентября аукцион состоится. И мы успеем, надеюсь, что успеем до морозов исправить дорогу. Ну, есть еще вопрос проведения интернета в Будде-Варяше. Здесь уже, конечно, это ваша информ-связь. Высчитываешь свою экономическую выгоду, принимает решение вкладывания денег в развитие сетей. Для того, чтобы это развитие пошло, минимум 10 граждан должны изъявить желание подключиться к сети интернет, либо к IT-телевидению. Тогда в основном принимаются положительные решения Башинформсвязью. Ну и был задан вопрос по разрешению, по-простому скажу, ставить систему на дому или в фельдшерско-акушерском пункте. Но это уже не наши полномочия, и система ставится и делается вот инъекции под системой. Только под наблюдением врача, насколько я знаю, такого разрешения никто не даст. Это происходит либо в сельской врачебной амбулатории, либо уже в дневном стационаре нашей поликлиники районной, либо ЦРБ уже в стационаре. Люди, конечно, хотят возобновить стационар в Ямадинской СВА. Этого тоже пока обещать не могу, хотя мы свои запросы после обращения граждан направим и в Минздрав, и в Центральную районную больницу. Но поскольку ставится такая задача, любая больница, она должна иметь всю систему, всю сеть, включая, если даже это сельская больница, она, если имеет стационар, там и хирургия должна быть, и реанимация, но это нереально сегодня иметь. То есть это стационар, когда люди нуждаются в круглосуточном проведении лечебных процедур. А здесь можно обходиться дневными, убеждают так вот пока те, кто систему здравоохранения строит. Люди, привыкшие к сельским стационарам, конечно же, желание имеют это.
видеть. Но нас призывают сохранять свое здоровье. И если уж нуждаемся в стационарном лечении, то тогда в районную больницу приходится обращаться. Да. Сельская врачебная амбулатория направит туда, если по состоянию здоровья человеку требуется стационарное лечение, они определяют уже. Фонтан асу тантанахы мәдәниәт һәм ял итү паркында 17 сентябрь көнде үтте. Уның реконструкциялау проектын яңаулылар үткән елдың 17 мартында тауыш биру рейтингында хайланалар. Һәм ошо вакыт эчендә Ремстрой монтаж яуаплылыгы сикләнгән ямгыяты подряд оешмаха хезмәткәрләре уның яңа кыяфәтен булдырды. Байрамга йыйылган яңаул халкы өчен музыкаль номерлар да әзерләнгән. Улар алдында шулай ук район хакимияте башлыгы Ильшат Вазигатов та сыгыш яхана. Проект реализовывался в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Стоимость фонтана более 6 миллионов рублей. Часть денег, половина из них была затрачена на реализацию этого проекта в прошлом 2018 году. К сожалению, так получилось, что мы дошли до осени. Но этот фонтан будет готов на весну 2020 года в полной красоте встречать наших жителей и провожать. Пусть это место станет излюбленным местом янаульцев и наших гостей. Подряд ишмаха директора Байрам Гадиров яңа фонтанға хақсыл мінісәбәттә булырға сақырды. Хәм иң кульминацион мәл булып фонтанды қабыдып ебәрі болды. Хәдер тулыхынса яңартылған фонтан қала халқы һәм уның қунақтарын қуандырып тұрасақ. Бұл ел елыту мезгілі біздің районда әлекі елдарға қырғанда алдарақ башланды. Район хакиметі қарарында ярашылы ол 17 сентябрда башланған. Ең біріншілерден болып мәктепкәсі білім беру учрежденелары, мәктеп һәм хаулық хақлау объекттары тұра. Елы берілген учрежденелар исәбендә кисәк қайын ауылы дүйім білім беру мәктәбі. Бұға теглем кластарда елі болмауына қарамастан, оқусылар дәрістерді қалдырмай еріні. Елі тау мезгілі башлану менен оқусылар елі кофталарын қалып, енді оңайлы шарттарда яңы білім ала. В этом году тепло дали намного раньше, чем предыдущие годы, 16 сентября. К отопительному сезону школа начала работу с июня текущего года. Было проведено гидравлическое испытание системы отопления, устранены течи до начала сезона. Сегодня, в данный момент, в школе, в дошкольной группе тепло, уютно. И всем детям очень комфортно. От имени обучающихся нашей школы, от имени родителей, коллектива школы, выражаем благодарность за своевременную подачу тепла. Район үзәк дәуахынахында елы беру 17 сентябрда башланды. Уға теклем бүлмә һәм палаталарда бик халқын болған. Хәдер пациенттар уңайлы шарттар тұрағында инде ыңғай фікір әйтә. У нас до этого вот холодно было. Хорошо, что нам тепло дали. Сейчас у нас и тепло, уютно. И выздоровление идем потихоньку к выписке. Со вчерашнего дня в Янаульской центральной районной больнице начался отопительный сезон. Средняя температура в наших палатах составляет 23 градуса. Пациентам комфортно, удобно. Отопительный сезон, в свою очередь, способствует быстрейшему выздоровлению пациента. Температурный режим, конечно же, играет роль выздоровления, особенно для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, неподвижных пациентов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Особенно для них это очень важно. Айрусса балалар бақсағы үсін елату мезгілі башы күтілген сабылды. Бұға теклем урамда температура түбәнәйу менән түркімдерді хауық болғас, еш тәрбиеләнісілер еш ауыры башланы. Дюймовичка балалар бақсағында дүшәмбінен елы берілді.
Шугайынды тәрбиесілер балалар менен толықынса ішлеяла. Два года назад в нашем детском саду был произведен капитальный ремонт отопительной системы. В этом году нам отопление подали 16 сентября. В прошлом году нам отопление дали 25 сентября, что на 10 дней позже. Связано это с тем, что с погодными условиями в группах было очень прохладно, холодно, детки начали болеть, посещаемость стала очень низкой, в связи с чем родители изъявляли желание, чтобы как можно быстрее подали тепло в группы. Значительно повысилась посещаемость. У нас на сегодняшний день в нашем детском саду 120 воспитанников. Это связано, естественно, с тем, что в группах стало намного гораздо теплее, уютнее батареи. У нас есть еще преимущество с тем, что батареи у нас радиаторы новые. Мы можем сами регулировать подачу тепла. Где-то можем убавить тепло, где-то можем сделать так, чтобы все-таки батареи были погорячее. Социаль өлкі объекттарынан хоң елі көп фатерлы юрттарда беріле башлайысақ. Хәдірінде еңі ол халқына расланған график строктарын күтәхі қалды. Традицион рәуіште біздің районда эпидемия башланғансы профилактик вакцинация өткәрілі. Бірінсі сиратта мәктәп оқусылары, балалар бақсақы тәрбиелен өсіләрі хәм хауф түркімінді болған кішілер үсін прививка қойла. Медицина хезмәткәрләре уқытусылар һәм уқусыларға вакцинация үткәрер өсөн Мөхсинов исемендәге гимназияға килде. Бик күп кеше менән даими бәйләнештә булу сәбәпле мәктәп хезмәткәрләре хәүф төркеменә инә. Уқытусыларның күбеһе гриппка каршы прививканы йыл һайын ҡуйдыра. Вакцинацияның мотлак шарты булып пациенттың ирекле ризалығы тора. Вакцина называется Совигрипп, то есть прививка от гриппа. Она нужна для того, чтобы человек, заразившись гриппом, ну, не получил какие-то серьезные осложнения. Прежде чем прививать, человек сначала заполняет добровольное согласие. Мы собираем анамнез, то есть спрашиваем, есть ли какие-то жалобы, есть ли обострение хронических заболеваний, температура на момент осмотра. Если ничего такого нет, то если нет аллергии на куриный белок и на другие составляющие вакцины, то в принципе уже можно смело прививать. Мы прививаем, в первую очередь это нужно прививать детей, беременных так и сотрудников школ, больниц, так как они входят в группу риска. Грипп, он мутирует каждый год, и поэтому прививку от гриппа, можно сказать, что каждый год обновляют. То есть, если вы один год поставили и больше не будете, то не факт, что вы не заразитесь. Обязательно нужно каждый год ставить прививку. Шул вақытта Димовочка балалар бақсақы тәрбиеленушілері лә гриппа қаршы вакцинация өткерді. Прививка алдынан врач-педиатр балалардың хаулық тұрышын текшірді. Сынки прививка толықынсы сәлемет балаларға ғына рұқсат етілі. Бик бәлеке болған малайдар хәм қыздар процедураны қыю түді. Обязательно должно быть добровольное согласие до 15 лет. Это согласие законного представителя, папы или мамы. После 15 лет ребенок уже вправе решать сам, может сам подписать согласие. После того, как проверяем наличие согласия, ребенок осматривается. Собираем анамнез, не болел ли он, не получает ли каких-то препаратов. Потом смотрим горлышко, красные, не красные. Аускультации легких проводим. После этого можно делать вакцинацию. К сожалению, в последние годы в Янауле, так же, как, наверное, везде, становится все больше так называемых антипрививочников, которые отказываются не только от гриппа, но вообще от всех прививок, вплоть даже до БЦЖ и даже от МАНТУ. И этим самым они подвергают риску своих детей и привитых детей. Особенно большой опасности подвергаются дети, которые по медицинским показаниям не могут быть привиты. У нас ведь есть детки, у которых, например, судороги или другие сложные проблемы. Вот наибольшему риску они подвергаются. Вакцина Совигрипп поступила на прошлой неделе. С прошлой недели мы уже начали вакцинацию. Она не первый год уже, пользуемся мы этой вакциной. Для детей она уже готовая, упакованные шприцы. Ничего разводить, набирать самим не надо, она полностью готовая. Хорошо переносится. Хотелось бы, чтобы родители проявили сознательность, защищали себя и своих детей от этого опасного заболевания, иногда даже смертельного гриппа. Есть такое понятие, коллективный иммунитет называется. Если в коллективе, например, 2-3 ребенка привиты, особого эффекта нет.
должно быть как можно больше детей привито, чтобы эпидемия не пришла именно в этот класс, именно в эту школу. Редко у кого может быть повышение температуры, индивидуальная реакция организма. Иногда бывает местная реакция на месте укола, это покраснение, припухлость может быть небольшая, но большинство хорошо переносит. Біздің районда вакцинация яңа оқу йылы менен башланды. Табиптар әйтүнсә, бұл аурудан хақланудың иң хыдымтәлі ысылдарының біреһе. Апрельдә еш техниктар станцияға һәм яңауыл электр селтәрдәре акционердар йәмғиәте хеҙмәттәшлек һәм үҙара эшләү буйынса килешеү төҙөнә. Шуның арҡаһында электроник берекмәһе тәрбиәләнеүселәренең яңы махсуслаштырылған ҡоралдары барлыҡҡа килде. Бәшир Вәлиев электроник берекмәһендә инде 3-нсе йыл йөрөй. Уға бигрәк тә паять итеү станцияға оҡшай. Я научился паять благодаря новым наборам. Мы изучаем программирование. Не раз выходили в конкурсы регионального масштаба. Занимали призовые места. Раньше не было термофена и было не так удобно отпаивать в платы. А сейчас благодаря термофену это можно легко сделать. И скоро будем готовиться к конкурсу. Благодаря этим наборам. Наше объединение электроника. Дети занимаются сборкой микроэлектроники, также роботов на базе Arduino Uno и других контроллеров микроэлектроники. С помощью нашего промышленного партнера нами было приобретено 6 наборов микроэлектроники и Arduino. Также 2 паяльные станции. Детям очень понравились наши наборы, которые были приобретены. И поток детей увеличился. Они учатся собирать автоматизированную систему управления на базе Arduino и их правильно программировать. Мальчики могут заниматься именно работой с пайкой, а девочки программированием. Педагогтар хөзе буйынса, яңа құралдар арқаһында еш техниктар станцияға тәрбиәләнеүселәре үҙәренең күптән хыялланған проекттарын булдыраласаҡ. Ошоның менән яңылыҡтарҙың бүгенге сығарылышы тамам, алда һеҙҙе һауа торошо көтә, һау булығыҙ.